Здравствуй, мой дорогой зритель, тебя приветствует сантехник и 10-й выпуск «Стада мечты». Сегодняшним стадом у нас будет команда красных. Неспешно продвигающийся бой на Эрленберге. Встречка. Разъезд. Ничего интересного, скучно и вяло. Единственное, что три союзных тяжа медленно-медленно проезжают вперед и взгромождаются на базу. Ну, база в центре, это же встречка. Все вроде бы окей. Дальше следим за этим скучным и муторным развитием событий. Что будет происходить? Окей. Сначала два, а потом и третий тяж заезжают в круг. Даже видят каких-то там противников, пытаются кого-то выцеливать и даже пострелять. С обеих флангов зеленые заняли позиции, начали активные действия, там какая-то стрельба уже начинается. Но вот красные как-то решили стать в деф, они никуда не поехали, они обороняют куст, кто-то дерево, кто-то домик возле своего респа, и они ничего больше не делают. Зелененькие постреливают, даже кого-то там пытаются пристрелить. Окей, давайте проследим. Экшен, заруба начинается. Вот уже начинает урон от кого-то отлетать. Прекрасно. Отлично, первый убитый. Поехали дальше. Как же, где же экшен? Где же движуха? Это победа за 2 минуты со счетом 1-0. 13 человек из команды красных с нулем урона. Надеюсь, что вы в такую ситуацию не попадете. А на сегодня у меня все. Ну и пока. Пока.